Более 3 тонн наркотических средств, конфискованных по решению суда, были уничтожены на административной территории Бакинский завод нефтяного машиностроения. Около 3,5 тонн и 62 700 таблеток различных видов наркотических средств, психотропных веществ и почти 59 тысяч единиц растений конопли, а также около 4 тысяч таблеток свыше 19 тысяч капсул, 24 флакона, 4 ампулы и почти 81,5 грамм сильнодействующих веществ уничтожено путем сжигания с участием соответствующих организаций и представителей средств массовой информации. Стоимость уничтоженных наркотиков на черном рынке составляет порядка 117 миллионов манатов.